Мне кажется, что это замечательная история о дружбе, прежде всего. И получать удовольствие, дети, естественно, получать удовольствие, взрослые. Я желаю вам окунуться в мир детства и радоваться, и переживать с нашими героинями вместе, и следовать приключениям наших людей. Еще хочется сказать спасибо большое, что пришли. Да. Желаем вам приятного просмотра. Мультик волшебный. Ну, он очень красочный, вообще такой экшен. И лично мне очень приятно, что не только девочки его могут смотреть, но теперь и мальчики. Поэтому все вместе будем смотреть. Спасибо.